С вами Андрей Застали, и сегодня мы идем вот к тому маяку наверху. Находимся мы на Палм-Бич и идем по берегу в ту сторону. А вот. Смотрите, на правой стороне там сейчас будут серферы. Вернее, это не серферы даже. То есть они катаются на досках, которые в прошлом видео стоили около 1000 долларов. То есть видите такой пляжик, и народ там катается. Парковка здесь уже платная, и бесплатно припарковаться не получится. То есть ходят там, проверяют это все дело. Так что бесплатно припарковаться не получится по-любому. Вот сейчас увеличим, посмотрим на эти доски. Не знаю, будет видно или нет. А, вернее. Каяки. Я ведь. То есть вот такой вот каяк, он на самом деле не морской, потому что морские обычно они больше размера, вот, чтобы была больше стабильность. Вот. Вот так вот гуляют люди. Так я и не понял, как добраться до этого маяка, к сожалению. То есть видно, там народ как-то добирается, но каким путем, не совсем понятно. Ну да ладно. Думаю, наверное, скорее всего, с левой стороны остров, полуострова. То есть для тех, кто не знает, Палм-Бич это такой большой-большой-большой и длинный кусок земли. Вот. Там немного есть домов, и вот этот маяк, он как бы местная достопримечательность, помимо пляжа, естественно. А вот, ну, пляжи тут в принципе похожи на Манли, те же самые, или что там у нас, Куджи, ну и так далее. То есть в принципе все практически одинаково. Ну, с разными вариациями. Вот. Защита природы. Мусора, кстати,